Следующая новость особенно долгожданная для жителей 5-го микрорайона. Перекресток улиц 60 лет Комсомола и Победы наконец-то станет регулируемым. На этом перекрестке не так-то просто перейти дорогу, выехать или повернуть. И туда, и сюда. Вот автобус мы ждем, уже время столько, и автобус здесь по 10 минут стоит. Никак не может повернуть. Аварий много, да, конечно. Лучше светофор и для пешеходов, и для водителей. Аварии на пересечении Победы и 60 лет Комсомола случаются по несколько раз в неделю. Поэтому светофор здесь просто необходим. Было принято, значит, совместно с администрацией Клинского муниципального района и отдела ГИБДД направить письменную рекомендацию собственнику дороги ГБУ «Мосавтодор», который принадлежит улице Победы, значит, об установке светофорного объекта. На сегодняшний день власти занимаются разработкой проектной документации. Светофорный объект здесь должен быть установлен в начале 2016-го. Он будет оборудован специальной кнопкой, которая позволяет включить красный свет, когда это необходимо. Карина Харитонова, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.